Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, и поэтому в них я участвовать не буду. А пришел я сюда по другому поводу. Завтра прекрасный праздник, женский день. Кстати, большинство врачей – это женщины. Я хочу поздравить всех наших женщин с этим прекрасным праздником, пожелать им здоровья и счастья, чтобы их дети были здоровы, чтобы близкие никогда не болели, чтобы они знали, что мужчины не только в этот день о них помнят и любят их, а всегда их любят. Чтобы государство, власть, знало, что если есть чем гордиться, то это не ракеты, не танки и не нефтегазовые доходы. Это наши дорогие женщины. Я люблю вас, хочу пожелать вам всего самого хорошего. И считаю, что если мы сделаем жизнь наших женщин прекрасной и спокойной, то мы добились своего. И еще. У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина. Мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее. И до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, ну, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевне. Поэтому от лица, я думаю, всех мужчин я хочу извиниться перед ней. И считаю, что мы должны все поблагодарить ее, что она с нами, поздравить ее с этим праздником, пожелать тоже здоровья. Конечно, победить она вряд ли победит. Это буду я, но все равно я хочу вас поздравить с этим праздником. Ну, пол – это не мой потолок, но мне приятно. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Все, я покидаю ваше мероприятие. Спасибо большое. Спасибо.